В Люберцах состоялся фестиваль детского музыкального творчества «Радуга». Этот праздник проходит в городском округе с 2006 года и приурочен к Международному дню защиты детей. За выступлениями маленьких артистов наблюдала съемочная группа нашего телеканала. В этом году площадкой проведения ежегодного фестиваля стал инженерно-технологический лицей. Актовый зал полон зрителей. Это педагоги и руководители детских садов городского округа, а также родители малышей, которые выступают на сцене. Главная цель мероприятия – выявить на протяжении всего года одаренных, талантливых детей и показать то, что в дошкольном детстве начинаются те первые ступени подготовки к школе, к творчеству, к музыке. В фестивале приняли участие воспитанники 19 дошкольных отделений общеобразовательных учреждений. Они показали гостям праздника творческие номера по разным направлениям. Хореография с элементами гимнастики, сольные выступления и коллективные танцы. У нас очень интересный танец – русский народный хоровод «Березки». Мы готовились к нему очень сильно, старались. Настоящие мы артисты. Настоящим артистом себя почувствовал каждый ребенок. После выступлений зрители их щедро награждали аплодисментами. А в память об этом празднике все участники получили дипломы и подарки. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.